Thank you very much for kindly providing the Russian interpretation, and I will use my mother tongue to address this meeting. Уважаемый господин сопредседатель, дорогие коллеги, друзья, прежде всего хотел бы поблагодарить филиппинских коллег за радушный прием, прекрасную организацию нашего мероприятия. Хочу также выразить признательность Лаосу как действующему координатору российско-осеановского диалогового партнерства за обеспечение нашей слаженной совместной работы. В нынешнем году ОСЕАН отмечает свое 50-летие, и я сердечно поздравляю вас с этой знаменательной датой. Россия стала одним из соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной этому юбилею, которая была принята 19 июля. Юбилей – это важная историческая веха для всего региона. ОСЕАН уверенно утвердился в качестве авторитетного регионального объединения, одного из центров, формирующейся устойчивой полицентричной системы мироустройства. Мы уверены, что реализация намеченных до 2025 года планов развития сообщества ОСЕАН, укрепление его внутренней взаимосвязанности, будет способствовать консолидации позиции десятки как ядра разветвленной системы региональных интеграционных механизмов. Рассчитываем, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс выполнению договоренностей, которые были достигнуты на сочинском саммите России-ОСЕАН в мае 2016 года и которые нацелены на то, чтобы вывести наши отношения на стратегический уровень. С удовлетворением констатируем, что нам удалось достичь ощутимого прогресса в решении задач, зафиксированных в Декларации лидеров и в комплексном плане действий России-ОСЕАН на 2016-2020 годы. Активизировались политические контакты, продвигается экономическое сотрудничество, наращиваются гуманитарные обмены. Считаем важным постараться наметить сегодня дополнительные шаги на всех этих направлениях. Мы заинтересованы в поддержании диалога с ОСЕАН по международной проблематике, предлагаем сконцентрироваться на тех областях, где мы можем координировать наши подходы по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая строительство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, архитектуры безопасности и сотрудничества, наращивание совместной работы по противодействию многочисленным вызовам и угрозам. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Thank you, Сергей.